С вами сплав и новинки ассортимента, часть 2. Я оперативно буду знакомить вас с новыми товарами в магазинах и на сайте компании «Сплав», ведь у нас широкий список категорий товаров и новинки появляются постоянно. Я прочитала все комментарии под прошлым видео и была рада, что вам понравился этот формат и мои татуировки, которые я решила для вас исправить. Привет, меня зовут Анна, я туристка, гид, блогер и бренд-менеджер компании «Сплав». Замечание про цвета в коллекции я запомнила и передала разработчикам и дизайнерам. Спасибо за вовлеченность. К этой зиме мы обновили цветовые решения у уже давно знакомых моделей термобелья. Например, женская модель Fresh. Это синтетическое термобелье средней толщины. В прошлом модель называлась Energy Rosa. К зиме 24-25 выпустили комплект в нежно-лососевом цвете и светло-сером. Или, как я бы сказала, в практичном белом, если вы понимаете, о чем я. Это термобелье я очень люблю и уже 2 сезона активно использую летом на Кольском. Оно нежное и быстро впитывает влагу из-за бамбукового угля в составе. Именно он позволяет ему не заваниваться так сильно, как это бывает. Если вы ищете базовый слой на все случаи жизни, от летнего туризма до зимних прогулок по городу, это оно. На лютый холод я покажу вам кое-что другое. Для мужчин мы тоже обновили цвет. Та же самая ткань, но цвет глубокий синий. Как мне кажется, это очень приятный и классический оттенок. Вот и идея для подарка на Новый год любимого. А на 23 февраля боксеры из этого же материала. Шутка. Лучше подарите своему мужчине добротную пару снегоступов. Новая модель – зеленые Husky Track. К прошлой зиме все снегоступы успели закончиться, так что сейчас не упускайте момент. Модель радует своей надежностью, потому что имеет зубастую раму, а перекладины с подвижным креплением для ботинка крепятся именно к раме. Они имеют весьма большую площадь. Это хорошо для крупных туристов и очень рыхлого и глубокого снега. Снегоступы – это отличная идея, как плавно влюбиться в зимний туризм. Но чтобы любовь была безоговорочной, в холода зимой вам точно пригодятся прочные мембранные перчатки с прямолофтом. Например, новинка Alpine. Они подходят как просто для прогулок и игры в снежки с детьми, так и к походной активности или горным лыжам. Маленький совет от меня лично. Если вы собираетесь в зимний поход, то захватите еще тонкие перчатки и надевайте большие перчатки прямо поверх них. Они будут выполнять роль термобелья на ладонях, и когда вам придется снимать перчатки на улице, рука не будет голой. Размеров всего 3, к сожалению, они больше подходят для мужчин, но самый маленький из них комфортно садится и на мои руки. Кстати, не пытайтесь надеть сильно облегающие перчатки для зимы, будет холодно. Как и говорила ранее, расскажу вам еще об одном утепленном термобелье для девочек. К зиме мы как раз обновили модель «Формула» из Power Stretch. Модель отлично сидит по фигуре, и появился маленький кармашек для номерка в театр, конфетки или фото любимого. Это самое теплое и невероятно мягкое термобелье, в котором можно кататься в Шерегеше, ходить в зимние походы или отдыхать на веранде в Шамани, Красной Поляне. Есть приятный голубой цвет и строгий черный. Если Power Stretch для вас слишком теплый, как и для меня, то обратите внимание на гридовое термобелье Gulfstream. Оно отлично подходит для высокой активности в сильно холодную погоду. Например, я его ношу зимой в походах по Кольскому. Оно имеет клетчатую структуру и мягкие квадратики удерживают тепло, а места, где нет начеса, пропускают воздух и излишки тепла. Это очень актуально, когда вы идете под нагрузкой по глубокому снегу. Но главное, девушки, смотрите, какой красивый и нежный цвет появился этой зимой. Новогодние праздники за городом, на турбазе, апрески, в автопутешествии, да где угодно. Вам придет на помощь пончо. Может показаться, что это не самое практичное изобретение, но с точки зрения технологий оно выполнено из практичной легкой ткани и синтетического утеплителя, как в туристической куртке. В него можно завернуться у камина в замке, укутать ребенка на заднем сидении авто или укутаться самому. Оно не будет продуваться ветром, а при необходимости превращается в одеяло. Есть 2 прекрасных цвета. Еще одна мелочь, без которой не обходится ни одно походное приключение.
Это тонкое полотенце из микрофибры. Они снова появились и сразу во множестве вариантов размеров и цветов. Я обхожусь самой маленькой версией, ведь она занимает так мало места. Большие полотенца пригодятся для чего-нибудь еще, например, для похода в баню. И еще одна любопытная новинка рюкзачного ассортимента. Это Enterprise на 35 литров. Легкий, компактный рюкзак с мягкой спинкой. Отлично подходит для похода выходного дня или даже на каждый день. Рюкзак выполнен из силиконизированной ткани и является родственником серии рюкзаков Gradient. На этом у меня пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, о каких товарах вы бы хотели узнать больше. А я пошла записывать видео про все утепленные брюки-сплав. Чао!